Котики вперед представляют. Играем с Катей и Котей. Всем привет! Котя и Катя, давайте посмотрим, что сегодня в нашей волшебной коробке. Ить! О, смотрите, это же конструктор. Давайте посмотрим, что там внутри. Смотрите, у нас тут, я вижу колесики. Смотрите, колесики. А еще вот разные детальки. Смотрите, сколько разных деталек у нас тут есть. Большие, средние и маленькие. Много-много маленьких деталек. Еще у нас есть вот такие колесики. И вот такие. Давайте посмотрим, какие же у нас здесь есть цвета. Мы видим сиреневый, желтый, зеленый и оранжевый. Что же мы можем из этого собрать? А, я знаю! Машинку. Для начала возьмем детальки с колесами. Теперь их нужно вместе соединить. Смотрите, она теперь может вместе кататься. Давайте построим кабину. Возьмем вот эту оранжевую деталь и поставим ее вот сюда. Теперь нам нужно построить кузов. Для этого возьмем вот такую желтую деталь и поставим ее вот сюда. И для красоты возьмем еще зеленую и поставим ее вот сюда. Машинка готова! Котя и Катя, пойдем кататься. Котя у нас сядет спереди, а Катя сзади. Ну что, поехали? У-ху! А сейчас давайте соберем грузовик. Итак, разбираем. Разобрали. Мы снова берем колесики. Соединяем их. Грузовик у нас будет немного побольше, чем машина. Поэтому мы оставили еще здесь место для боковых деталей. Мы ставим капот и кабину водителя. Вот такая у нас получилась кабина и капот. Теперь мы будем строить кузов. Для этого берем такую большую желтую деталь и ставим ее вот сюда. Берем еще одну желтую деталь и ставим. Теперь нам нужно сделать бортики для кузова. Берем вот такие маленькие детальки и ставим их по краям. Готово!
Хотите на нем прокатиться? У-ку! Котики, вперед! Котики, какие же мы сегодня молодцы! Собрали машинку и грузовик! А что будет в коробке в следующий раз, мы скоро узнаем! Пока-пока!